План по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Югре перевыполнен в два раза. Об этом сегодня стало известно на совещании, посвященном нацпроектам. Его провели полпред президента в УРФО Николай Цуканов и губернатор Наталья Комарова. Совещание прошло в рамках рабочей поездки руководителей в Березовский район. Напомню, что в Югре нацпроекты реализуются по 11 направлениям. Полпред отметил, что в округе отремонтировано в два раза больше дорог, чем было запланировано. А также отметил темпы решения вопроса переселения югорчан из аварийного и приспособленного жилья. Емкая проблема, финансовая емкая. Это Мансийская, это большой объем жилья, который необходимо переселить. Но тем не менее, последняя эта работа в округе выполняется. Автономный округ исполнил показатели национального проекта здравоохранения. Мы действуем в соответствии с принятым президентом Российской Федерации решениями. У нас реализуется 53 региональных проекта, которые входят в состав федеральных в 11 направлений. По 47 из них заключены соглашения о реализации с руководителями федеральных проектов.